Здрасте, всем спасибо. Группа Хейс в лице меня и еще трех ребят скоро вам будет играть песни. Что ж, в 2011 году все началось. Приехали в Владивосток, начали играть музыку. И бах, через полгода мы поехали в Питер играть на очень клевый концерт группы Кин. Было куча тысяч людей. Потом мы сразу через несколько месяцев решили выпустить альбом. Записались у Сергея Лагутенко, у Сергея Таранова на студии. Это был наш первый студийный опыт. Было очень круто. Но потом мы поняли, что надо расти, идти дальше и делать новых песен побольше. Потом был очередной типа разогрев у группы «Расмус». Ну, это типа, у нас разогревы — это когда ты играешь, а группа, которая тебя якобы пригласила, такая, там все гримерки, там кто-то, там что-то играет, пацаны, ништяк. А потом такие, молодцы, ребят. Вот, потом мы должны были поехать в Америку, играть всей группой, в Канаду, но никому не дали визу. Нас пригласили на фестиваль, но визы никому не дали, только мне. Поэтому я поехал один на акустичке играть. Ну, тоже опыт, нормально. Следующий слайд, пожалуйста. Все эти странствия по североамериканской части нашей планеты сподвигли на запись небольшого акустического альбома «Посткарт». Это наше последнее студийное творчество. Да, было хорошо. Хорошие песни, наверное, не знаю. Дальше, в прошлом году из таких последних больших концертов классных был фестиваль «Простор». Там на Фетисов у нас арене. Было опять много тысяч людей. Все хлопали там, прыгали. Было так, рок такой был. Вот. Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Вот сейчас мы сидим в студии у Сергея Таранова и пишем, и Максима Чепурнова пишем альбом в студии «Атмосфера». Очень хорошая студия, всем советую. Одна из лучших у нас сейчас в наших краях. Вот. Пишем новые песни, скоро будем их играть. Но не сегодня, сегодня все будет старое. Вот. Если кто-то хочет у нас узнать побольше, вот есть тут... Ссылки тут не работают, но вот если что, в общем, Хейсбенд везде, приставка, там, сайт Хейсбенд, ВК Хейсбенд, Инстаграм Хейсбенд, вот, можно там фоточки посмотреть, музыку послушать, и все в таком духе. Все, всем спасибо, мы пошли играть музыку. А я передам трубочку Евгению. Встречаем группу Хейс! Sometimes just to stay as I am. It was so good just to feel the touch of a moment, the sweet October. No. I really had to leave her.
Спасибо большое. Oh,
We'll be right back.
Друзья, спасибо большое. Мы группа Хейс. У нас осталась последняя песня для вас. Спасибо, что ходите к нам на концерты и поддерживаете. Спасибо вообще группам Star Cardigan и Антону Ножкин за их замечательную музыку. Одних надо в GTA Vice City, других в Twin Peaks. Песня ставится «В этих взглядах». Благодарен тебе.
На сцене была группа Хейс. А я передаю слово нашему многоуважаемому жюри. Опять я первый говорю. Знаю ребят очень давно, с Сашей знакомы с самого начала их творческой карьеры. И, конечно, хочется сказать, рост очевиден. Вы вообще огромные молодцы. Гордость за наш город, что у нас такие группы есть. И могу только пожелать вам дальнейшего развития. И чего еще сказать? По поводу, ну, pros and cons. Конс небольшой по поводу интонации. Вот что-то постоянно какие-то четвертона возникают в интонировании. Это касается инструментов струнных в том числе. То есть как-то между где-то. Я скажу ноутбуку, чтобы он не играл. Вот, вы же иногда в дропе играете. Выдержите паузу по чуть-чуть, побольше. Посмотрите, потому что струна имеет такую... Короче, вы понимаете, о чем я говорю. Ты сказал струнные или что? Струнные, да, струнные. Струнный инструмент. Струнные это вот струнные. Вы вдвоем. А, вот мы. Вы вдвоем, да. В любом случае, спасибо и 5. Ну, вот как приятно говорить только приятные вещи, когда сидишь в жюри. Чудесный вокал, потрясающий голос, Саша, очень приятно тебя слушать такой. Девочки, наверное, вообще в экстазе в зале, я так думаю. Да? Видишь, я права. Все замечательно, замечательная музыка, и я думаю, что вы просто обязаны играть на фестивале Verox. Моя оценка 5. Спасибо. Очень люблю честность в людях. Вот Саша говорит, мы сейчас пойдем играть музыку. Не соврал, вышли, сыграли музыку. Не все умеют играть музыку, вы умеете. Спасибо вам большое. Да. И что-то еще хотел сказать и забыл. Нет. Да что говорить-то? Все понятно. Спасибо вам большое. Продолжайте ваш творческий путь. Узбеков вам творческих. Самых лучших. Мне сразу уже оценку передали, то есть таким намеком, что без шансов у меня на другой выбор. Ну, конечно, есть моменты, к которым можно придраться, да? Но я не буду, сегодня просто рай какой-то. 5. Да, вот что я хотел сказать. Очень смешно просто, что сегодня не батл получился, какие-то сплошные признания в любви и вот это вот все такое растекающееся. Ну, а что делать? Все прекрасные. Спасибо всем большое. Спасибо всем. А я напоминаю, что у нас действует система зрительского голосования прямо здесь.